Конечно, население беспокоит недостаток узкоспециализированных врачей в небольших районах. Решение проблемы в развитии сети межрегиональных центров специализированной медицинской помощи и центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием, так как это у нас Барановичах, Орши, Бобруйске, Солигорске и Островце. К тому же в стране активно используются различные технологии телемедицинского консультирования. Основная роль в нем отводится профессорско-преподавательскому составу медуниверситетов и высококвалифицированным специалистам наших научно-практических центров республиканских. В настоящее время 251 учреждение здравоохранения применяет данный вид консультаций. Их проведено более 9 тысяч. Это позволяет повысить доступность и качество оказания медпомощи населению независимо от места проживания, а также снизить финансовые временные затраты учреждений здравоохранения и пациентов.